только ехать будет. Ну, километров, да, сколько, 90 будем ехать. Да я думаю, 1005. Опа. Взял и затаранил. Взял меня, таранил, таранил и завалился. Тот уже доездился. Ну, бараны разъехали, давай, быстро. Что за умник по встречке едет? Какой-то таранит и едет всех. О, кому-то бан летит. И еще один такой же. Слушай, Денчик, лови еще один такой же. Какой айдишник был, Макс, у этого? Не смотрел, не смотрел. Может быть, 575? 575. Да, 575. Проект тормозить. Сучонок, а? Ну вообще бы, вот там еще и поставил этот. Охренеть. О, красавчик. Что поставил? Это прицеп? Прицеп, да, перегородил дорогу. Так я уже объехать нужно. Ну как бы. Блокировка. Да, да. Я на него сегодня отправлю. А, он, кстати, еще в стабе. Классно. А он специально поставил и отъехал, знает, что мы будем делать. Ага. Все не проблема. Он стоит по встречке прет. Самый первый поцелуй. Он теплый, как в июле лето. Здесь нары делают. Лучше кто идет на Скандинавию? Ну, поехали, давай я поеду. Я за ним как. Тоже пофиксили, кстати. Зато везде раньше есть ссылки на мои реальные каналы официальные. Пробовали. Сейчас практически за горизонт уходить. Я понял. Ну такая вот жизнь дальнобойщика. Навстречу едет по обочине. Подписчика с разных каналов в одно место. Таранит. Ой-ой-ой-ой-ой.
Это который в ящик попадает 4629 рублей. За реальные деньги вот он продается. Да он, наверное, уехал. Так как history в табе еще висит там долго. Студийный просто за 6000. Вот это сейчас. Замечательный человек просто проехал. Смотри, какой-то на обгон, блин. Только меня подъездит сразу улетит. Ну блин, 24-36, будешь ехать или нет? Владислав, если ты меня еще ждешь, то трогай. Я уже выезжаю, блин. Я не понял, как это так он меня. Очень было весело. Смотрите, на встречке веселей. Ну вот я говорю, часы. Пролетел, всех разметал.